Little ghost, you're listening. Unlike most, you don't miss a thing. You see the truth. Итак, мы рады вас приветствовать на второй серии нашего короткометражного сериала про пикап «Москвич». С последнего момента съемки у нас дела, в принципе, неплохо так продвинулись. Мы поменяли балку, мы сделали рычаги на полиуретане Ниловском, все шаровые новые, но хреновые. Мы их все разобрали, набили нормальным достаточным количеством смазки, а не теми парами капели. У новой балки выяснился косяк, то что у нее центра отверстий подкрепления верхнего рычага маленько не совпадают с осями рычагов. Это сейчас дорабатывается напильником. Вспоминаем азы. Я уже как-то, если честно, отвык от такого рода ремонтов, когда нужно подгонять болгаркой, напильником или молотком. Также маленько подновили резинобитумное покрытие, потому что то слезло слегка. В принципе, работы остается еще очень много. Времени остается очень мало. Поэтому, наверное, будут у нас ночевки в гараже романтические. Со свечами в количестве 400. Подожди, 4, сколько? 8, и там еще 12 свечей, нормально. Мы подошли к некому такому промежуточному состоянию, когда нужно выехать и протрясти подвеску. Также надо скататься за бензином, потому что заправлял его в последний раз, помнится, лет 5 назад. Вчера мы успешно загрунтовали крылья. Сейчас после тестовых испытаний поедем их красить. Вот. Ну что, по машине у нас большой довольно перечень работ был выполнен. Перебрана полностью вся подвеска, передняя, задняя. Передняя подвеска у нас новая балка, новые рычаги. Ну, тот как-то так только стрёмно покрашенный. Тормоза обновили. Тормозуха вчера прямо аж черная-черная, как нефть была. Обновили весь крепеж, либо оригинальными новыми болтами, которые еще пока в магазинах встречаются, либо японскими болтами. Впереди настройка мотора, также настройка подвески. Будем пробовать. Сейчас что-нибудь может отрыгнуть. Холоднючий еще. Мы приехали к товарищу Алексею. Сейчас мы будем красить крылья, задний борт, дуги. И через пару дней, надеюсь, мы уже будем собирать москвича в окончательном его виде. За сегодня я тоже очень много успел. В принципе, остаются совсем крохи. Но, как правило, крохи больше всего времени и отнимают. Хорошо живут на свете мастера, мастера. Только лучше жизни нету маляра, маляра. Он всегда вполне свободно вам покрасит. Чтоб угодно жёлтый, красный, голубой и вообще любой. Если мне эта краска несколько стара, да стара, по техническим причинам у нас выпал такой довольно солидный кусок всех моих мутарств с пикапом. То есть мы не показали, как поставил крылья, как настраивал подвеску. Настраивал подвеску на самом деле довольно интересно. Я думаю, мы позже как-то придумаем и обыграем, как показать вам, как это сделать нетрудно в довольно таких стесненных условиях. Единственное, что нужно, это 1.5 метра прямого покрытия под колесами, чтобы можно было катать туда-сюда машину. Вот. За вчера я приехал с вахты, собрал светотехнику переднюю, сейчас занимаюсь подгонкой люстры. Есть, конечно, у меня обрезанные решетки, вон она там есть, но что-то я там перестарался, слишком больших окон наделал. Все это начинает принимать какой-то вид. Конечно, крылья очень сильно выделяются на фоне оставшегося кузова.
потихоньку идем к цели. По просьбе многих такой у нас паук, выхлоп сами видели. Двигатель абсолютно стандартный, ну, за исключением того, что он 1.8. Итак, слегка попилена голова, так, очень слегка. Не хотят его страховать, мол, грузовик, все дела, и что-то как-то это, дело не пошло. Оставил копии документов там агенту, сказал, что постарается уладить вопрос. Но время уже почти 10 часов, по-моему, или там 10:30, а звонка так и нет. Жопа, короче. Где-то 00:30 ночи, по-моему, сейчас. Я выгнал аккорда, у меня теперь место побольше. Занимаюсь заменой масла. Сейчас пока решил залить Лукойл Люкс. Ну, то, что слил с движка, вообще никуда не годилось. Хотя точно помню, что на этом масле толком я не ездил. Оно стояло лет, наверное, 5-6. Сейчас пока залью люкс, все это дело пускай помоется, почистится. После этого буду заливать, скорее всего, Евроспек залью. Сначала хотел Рейсинг и Демицу залить, но что-то, наверное, уже не стоит. Я с расчетом на то, что на соревнования готовился, хотел Рейсинг залить. Сейчас, я думаю, спека им будет вот так вот хватать вполне себе. В чем прелесть момента? У меня вот играет довольно-таки приятная музыка. Ну, не сейчас, она с телефона играет, потому что на втором этаже жена спит. Да, мы ночуем в гараже. Да, у меня приспособлен гараж, а там охрененная комната. Ох, в общем, осталось нам поменять кран печки, поменять тосол на антифриз, прочистить карбюратор, весь его перебрать, потому что что-то как-то он тоже себя хреново чувствует. Дособирать салон и... можно выезжать. 4 числа у нас намечается встреча москвичеводов. Ну, буду стараться успеть до этого момента. А пока держите Тайлера. Вот он, Тайлер. И хвостик. Да, хвостик. Но вскоре я машину сделаю свою. Все части есть, от владения уволь. Отполирую и с разгону разобью ее под окнами отеля «Метрополь». Нет, что это ёкнуло, ведь части-то свои. Не досыпал. 2 часа ночи. Сижу, ловлю тупника. Решил поставить новый кран. Ну, во-первых, у него крепления по тросик не было. Во-вторых, открываю. Закрыто. Передвигаем в крайнее положение. Все равно закрыто. Че ж, думаю, за херня такая. Оказалось. Совершенно они разные. В общем, в других местах. Ставим эту. И все у нас начинает прекрасно функционировать. Одной рукой неудобно, нифига. Открыто. Поворачиваем. Закрыто. Магия. Ну и еще слово о ежиках. Ничего в этом кране, то есть вот эта гайка, вот эта верхняя гайка не было протянуто. Собрано все надежными китайскими руками, после которых надо все проверять. Проверяйте. И вот торжественно я победил кран печки, удалил всю охлаждающую жидкость из мотора, старую, скорее всего, тоже был антифриз, но синий какой-то странный. Ну, в принципе, я такой видел. Вот. А сейчас решил перейти на Таташи. Как минимум, потому что все Хонды у меня ездят на нем. В принципе, я им доволен. И он всегда у меня есть в запасе. Потому что если вдруг что-нибудь ему потребуется, оно у меня есть. Вот. А еще мне нравится у него вот эта штучка. Так, время заняться карбюратором. Я беру большой шлифовочный круг и правлю его. А править есть чего. Уже почистил более-менее. Очень много грязи в нем образовалось.
Шиклеры вот еще не продувал, тоже сейчас их почистим. Здесь еще и от прокладки много говна налетело, она начала расслаиваться. Ну что, машина стояла 6 лет, этого в принципе стоило ожидать. Итак, в процессе сборки карбюратора столкнулся с тем, что плоскость вот эта у меня ушла весьма сильно. Вот это учитывая, что рельс в этой плоскости абсолютно прямой, о чем нам может свидетельствовать штангель. О, то есть вот крышки такой вообще хороший. Сейчас буду пытаться греть, править. Не знаю, что с этого получится. Ну вот, поправил. Самый конь был посередине. Вот здесь вот. Ну, на подошве, на нижней части. И еще такая западлянка, которую не сразу заметил. Вот здесь вот. В этом вот месте. Ну, 2-2.5 миллиметра, наверное, было. Нагрел. Бил вот сюда. Все встало на место. Будем пробовать собирать дальше. Не идеально, есть маленькие зазоры. Но учитывая, что будет еще прокладка, все будет хорошо. А у меня ночь последней гайки. К утру желательно, чтобы машина была готова. А то вроде как наметили встречу москвичеводов. Работа еще не початый край. На карбюратор сегодня было прилично времени потрачено. Вроде что-то с этого должно получиться. Осталось салон дособирать. Было бы это так легко, как сказать, поставить задний борт. Ну, в принципе, все. Выгнать воздух, система охлаждения еще. В остальном все должно быть нормально. Только времени уже 1:30. Опять, блин. Итак, мы строили. И наконец построили. Сейчас надо регулировать. Карбюратор. Зажигание вроде хорошо стоит. Ну, посмотрим,